Всем привет! Если вы находитесь в США или вы планируете переезд и хотите работать в бьюти-сфере, вам здесь нужно будет получить лицензию бьюти-специалиста. В каждом штате набор лицензий отличается по услугам, которые вы оказываете. Собственно, и правила приема документов в этих штатах отличаются. Я профессионально консультирую в этой сфере. Моей компании уже 3 года, и за эти 3 года я проводила консультации в 37 штатах США и помогла больше, чем 450 мастерам с образованием вне США получить лицензии без прохождения американской школы. Сегодня я хочу вам рассказать, как будет проходить базовая консультация в новом формате. Базовая консультация – это, в принципе, ваш первый шаг на пути получения лицензии. Это там, где мы с вами разбираем ваши документы, подготавливаем их для борда, заполняем заявления, и вы таким образом их подаете и пропускаете вот этот шаг с американской бьюти-школы, экономите себе кучу нервов, кучу времени, там от 3 месяцев до года и от 3000 долларов до 20, в зависимости от вашей специальности и вашего штата. Базовая консультация подойдет вам, если вы мастер с опытом или без опыта, или вы вообще не в бьюти-сфере и хотите начать с нуля, но не знаете, какие шаги предпринять. Вы живете в США или только планируете сюда переехать. Если вы собираетесь работать в бьюти-сфере, вам 100% нужна лицензия. Собственно, базовой консультации я помогаю вам получать эту лицензию в кратчайшие сроки и с минимальными тратами. Также, если вы чувствуете необходимость в моей профессиональной помощи по заполнению заявлений, подготовке правильных справок для борда, подготовке к экзамену и так далее. Почему вам нужна консультация? Во-первых, при подаче документов в борд каждого штата очень много нюансов. Единой системы нет. От штата к штату отличается не только общее количество часов по специальности, но и услуги, которые можно указывать под каждой специальностью, а также требования по темам внутри этих часов, да, то есть как бы дипломы и сертификаты принимаются абсолютно по разным правилам. Где-то нужна эвалюация, где-то нет. Чтобы вы самостоятельно не перелопачивали интернет в бессмысленном поиске, собственно, я предлагаю свои услуги, чтобы ваши документы просмотреть, сказать точно по вашему кейсу, по вашей лицензии, по вашему штату, что конкретно вам не хватает, чтобы вы могли уже прямо сейчас подавать документы в борд. То есть я сэкономлю ваше время в поиске нужной информации и деньги на обучение в американском бьюти-колледже. Я помогу вам, даже если борд отклонил ваш кейс в прошлом, то есть я работаю над ошибками, которые совершают другие консультанты, либо если вы самостоятельно отправляли документы в борд, и он вам отказал и сказал, идите в бьюти-школу. С такими кейсами я тоже работаю. Итак, получается, первый этап нашей базовой консультации в записи – это подготовка документов. То есть, смотрите, в новом формате вы попадаете в личный кабинет, смотрите мое приветственное видео, и мы сразу же с вами начинаем работу. То есть вы оформляете заявку, оплачиваете консультацию, и в течение суток после оплаты мы присылаем вам email со списком нужных для вашего кейса документов. Вы отправляете нам ответное письмо с документами по списку, и мы анализируем, что у вас уже есть, что уже подходит для борда. Если каких-то документов не хватает, мы, соответственно, поясняем, как и где их получить, какие необходимы справки заказать у ваших реальных инструкторов и школ, где вы реально обучались, либо где это можно все получить онлайн, удаленно. Также мы высылаем вам шаблоны необходимых заявлений и документов для борда и подробно объясняем, как их заполнить. Инструктируем по эвалюации документов, если она необходима в вашем штате, какие нужно подготовить переводы, апостилирование, либо нотариус, чтобы сэкономить ваши деньги на этом этапе. Не во всех штатах нам вообще, в принципе, нужно прибегать к эвалюации и апостилированию. Как мы анализируем ваши документы? Мы определяем нужный тип лицензии для вас. То есть, если, например, вы окрашиваете ресницы, да, и находитесь в определенном штате, нам нужно проверить, входит ли окрашивание ресниц, например, под лицензию эстетиста. Если входит, все хорошо, мы готовим документ под эту лицензию. Если нет, то, соответственно, мы вам рекомендуем получать другую лицензию и меняем немного список документов, которые вам необходимо будет подготовить. Мы проверяем имеющиеся у вас документы на соответствие, какие из них вы можете отправлять в борд, а какие необходимо получить. Говорю «мы», потому что сейчас уже в моей команде работает на постоянной основе 4 человека, поэтому мне помогают администраторы обрабатывать вот этот массив документов, чтобы вы получали ответы как можно скорее. Если мы видим, что вам не хватает требуемых бордом часов по специальности или конкретным темам, мы рассматриваем варианты, как их добрать, делимся с вами ссылками на онлайн-школы, либо скидываем вам те дисциплины, по которым вам не хватает конкретных часов, и вы можете выбрать инструкторов,
ну, из тех, на кого вы подписаны, да, за кем вы наблюдаете, если их компании подходят под требования борда. Итак, переходим ко второму этапу. Второй этап – это подача заявлений. Когда готовы ваши переводы, эвалюация, сканы и копии, вы отправляете их нам на e-mail, мы еще раз их проверяем. Если необходимо, мы предлагаем опцию видеозвонка лично со мной в Zoom, который длится 30 минут, на котором мы ответим на абсолютно все вопросы, которые вас интересуют, если они еще останутся к этому этапу. И финишная прямая. Мы, получается, с вами загружаем документы в личный кабинет в тех штатах, где возможна подача документов онлайн, либо даем инструкцию, куда и как их отправить обычной почтой, если так требует борд. Третий этап на пути получения лицензии – это подготовка к экзамену. Это не входит в базовую консультацию. У меня есть отдельный курс подготовки к экзамену, но я на консультации поделюсь с вами актуальными инструкциями по вашей специальности, по вашему штату, и расскажу, как вы можете, по каким ресурсам готовиться самостоятельно. Если в вашем штате до сих пор есть практический экзамен, я также вам расскажу, как готовиться к практике, где взять кит и что там проверяют, на что обратить внимание. То есть у вас, получается, на базовой консультации будет введение кейса нами, нашей командой, лично мной, до момента зачета документов бордом и записи вас на экзамен либо получением лицензии. И, соответственно, после консультации у вас также остается информация по тому, как готовиться к экзамену. То есть у вас такой весь процесс от и до закрывается на базовой консультации. То есть что вы получаете в итоге? Подробный план действий по вашему кейсу, список документов, которые нужно подготовить, все шаблоны инструкции по отправке и заполнению заявлений, официальные инструкции штата на английском языке с пояснениями, инструкции ресурса по подготовке к экзамену, информацию по содержанию теоретической и практической части экзамена, если она есть в вашем штате, официальные ссылки на пробный теоретический экзамен и обратную связь на протяжении полутора месяцев после консультации. То есть мы с вами готовим эти все документы, вы их отправляете в борд, и если у вас возникают какие-то вопросы еще, пока вы ожидаете, например, ответа от борда, вы можете писать нам, мы поможем вам составить письма в борд, возможно, даже позвоним за вас в борд, если так потребует ваш кейс и ваше дело. То есть, соответственно, мы с вами остаемся на связи. Также на базовой консультации я всем своим клиентам даю скидку в размере стоимости консультации на курс подготовки к экзамену. Если в вашем штате есть экзамен, и вам нужно к нему подготовиться в кратчайшие сроки на русском языке, используя английские термины и реальные экзаменационные вопросы. Но есть пару «но». Так или иначе, вам предстоит самостоятельно проделать некую часть работы, то есть запрашивать недостающие документы у ваших инструкторов и школ, делать их перевод в агентстве, от своего лица отправлять документы в борд, хоть и с нашим сопровождением. Мы не занимаемся кейсами под ключ, то есть мы даем вам все инструкции, мы контролируем процесс, мы вчитываемся в ваши документы и помогаем заполнять заявление, но вот эти моменты, которые я перечислила, вы все равно делаете самостоятельно. Ко мне нельзя попасть вне очереди или правил, только через лист ожидания пока. Но, в принципе, мы сейчас протестируем новый формат консультации. 18 ноября у меня стартует продажи, я открою 30 мест, сделаю рассылку, имейл по мастерам, которые записались в лист ожидания, посмотрим, насколько быстро мы успеваем с командой отвечать на ваши имейлы и запросы, и после этого я буду периодически выставлять еще места до конца года. С 1 января я надеюсь, что мы выровняем этот процесс, да, отрегулируем его, и базовую консультацию можно будет купить уже в любое время дня и ночи. Как купить базовую консультацию? На данный момент услуга в новом формате, как бы в тестовом режиме, как я уже сказала, до конца 2022 года. Стоимость ее будет $390 до конца 2022 года. С 1 января мы откроем новый сезон консультаций, и там уже не будет ограничения по мест. Забронировать консультацию можно будет по ссылке kglicense.com, basic, нижнее подчеркивание, underscore, consultation. То есть вы на моем сайте можете найти вот такую страницу с базовой консультацией, еще раз прочитать описание, что конкретно вы покупаете, и, соответственно, приступить к подготовке документов. Важный момент – all sales are final. То есть абсолютно все оплаты, которые вы совершаете, не предполагают возврат. Мы с вами начинаем готовить ваши документы, и
включаемся в ваш кейс сразу же после оплаты. Это прописано в договоре оферте, поэтому также он у меня есть на моем сайте, поэтому перед оплатой, пожалуйста, прочитайте его. Он есть как в русском варианте, так и в английском варианте для вашего удобства, поэтому предупреждаю вас сразу, что на такой тип консультации возврат будет не предусмотрен, потому что вы получаете сразу же от нас абсолютно и работу сопровождения, и абсолютно все шаблоны, темы, часы, какие нужны для борда, предзаполненные заявления и так далее. Если у вас есть вопросы, оставляйте под этим постом в Инстаграм.